Друзья, всем привет! Давно на канале у меня не было никаких обзоров с покупками. Что-то я не покупаю ни ткани, ни что-то другое. И вот решила вам показать, какие обновочки пришли для моих детей. Все покупки с сайта New Chic мы уже все померили на самом деле. Я сделаю потом вставочки, как это все смотрится на ребятах. Сейчас я вам покажу все поближе. Пришло две пары кроссовочек. Одни для Тасечки, вот такие классные, с мигающей подошвой. Также для Тасютки сандальки, вот такие красивые, с бантиками. Тимошке сандали. Сандали, на самом деле, многие подумают, не по сезону, они для садика. И Тимошке вот такие кроссовки высокие. Вообще потрясающие кроссовки. Хотя сын расстроился, что его подошва не мигает, но, к сожалению, я не могу найти ему с мигающей подошвой. Если у кого есть наводки, кидайте ссылки. Ну и вот такая вот косметичка. На самом деле она для Таси. Сейчас настрою камеру и покажу, что... Что, друзья, еще раз привет. Сейчас вам покажу поближе покупочки, которые мне пришли. Еще раз повторюсь, что покупки эти с сайта New Chic. Ссылочки оставлю в описании, потому что уже в Инстаграме спрашивали, откуда такие классные обновки для ребят. И начну, пожалуй, да, с обуви. Смотрите, вот такие классные кроссовки пришли для Тимофея. Я ему выбрала размер 32. На самом деле у нас нога гораздо меньше. И просто я взяла немножко на вырост, чтобы нам можно было эти кроссовки еще одевать весной. Конечно, у них есть небольшой запах клея, но это не критично, он уже почти выветрился. Удобные кроссовки на липучке, потому что в садик не любят шнурки. Здесь просто резиночка, имитация шнурочков. И такие на липучке высокие. Можно будет их носить вместо ботиночек. Вот на первые прохладные денечки. Выбрали красные, потому что Тим вдруг полюбил красный цвет. И с черной отделкой смотрится вообще здорово. Я думаю, что сошью ему еще красную куртку. И с красной курткой они будут просто потрясно смотреться. Выбирала размер по таблице. Там на сайте есть табличка с размерами. Я вот специально брала на два размера больше. На самом деле нога у нас... где-то 30-й, а может быть и уже не 30-й, я не помню. Но, в общем, помню, что я брала больше размер. Дальше, вот такие вот сандалеты. Не знаю, взяла белые, потому что они смотрятся, так, хотела сказать, нарядно. Ну, в общем, они сочетаются с любым цветом одежды, можно одеть... хоть даже зеленые штаны или футболку, хотя у нас зеленых штанов нет, но все же. Брала именно потому, что они будут сочетаться со всей одеждой. И смотрите, у них, что самое классное, у них закрыт носочек, потому что нам в садик не разрешают с открытым носком сандалию, чтобы ребята не запинались, не травмировали свои пальчики. И вот как раз я не могла у себя в городе в магазинах найти именно с таким закрытым носом. Они почему-то есть, но никогда нету наших размеров. Поэтому, когда увидела эти сандалии, решила их брать. Здесь они застегиваются тоже на липучку. Никаких вот этих, никаких пряжек, знаете, где надо заправлять, самому застегивать. Липучку прилепил и побежал. Я их взяла тоже больше. 31 размер здесь, маркировочка, так они идут, кстати, в размер, если мерить, допустим, по стельке, все совпадает с реальными размерами российскими, и вот я взяла их тоже больше, они нам чуть-чуть великоваты, но все-таки большие, не маленькие, думаю, что ножка дорастет до них очень быстро, и вот такие обновки, это для сына.
Дальше. Для тасечки тоже две пары. Я всегда покупаю что одному, то и другому. Единственное, что, конечно, для мальчика и для девочки, потому что если одному купить сандали новые, другому не купить, то будут драки. Интересно, ваши дети ругаются или все-таки живут в мире, не как мои. Итак, тасечки на сандали выглядят так вот. Тоже на липучке. У Таси вот сейчас нога сильно не растет, и поэтому я взяла ей чуть-чуть на вырост, на размер больше. Тут маркировка 27, у нас нога где-то 26 размер сейчас, и они как раз прям с небольшим запасом, как рекомендуют, чтобы спереди был чуть-чуть, там пол сантиметрика, и сзади. И тоже здесь закрытый носочек, и тоже беленькие, подойдут к любому наряду. Классный бантик, кстати, он тоже кожаный. Понятно, что это искусственная кожа, такая вот прозрачная подошва розовая. На ножке они сидят хорошо. Просто замечательно, я бы даже сказала. И вот этой покупкой я безумно довольна. Они прям такие нарядные, красивые. И вот кроссовочки, смотрите, белые, да, непрактично. Но они с мигающей подошвой. У нас у Тима раньше были и кроссовки с мигалкой, с такой, и сандали. Я что-то давно их не могла найти нигде. А здесь увидела и решила взять, несмотря на то, что они белые. Тоже 27 размер. И они нам вообще идеально подошли с небольшим запасом. То есть сейчас на осень нам их точно хватит. Ну, а на весну не хватит и не хватит. Главное на один сезон поносить. Вот такие классные. И мне кажется, прям такие девчачьи кроссовки. Вот. Тоже довольно безумная покупка. И главное, что вся обувь нравится моим детям. Хотя им порой угодить очень сложно. Ну и последняя тоже оттуда же. Вот эта последняя покупка пришла недавно. Такая вот косметичка. Заказывала я специально для Таси вот такого розового цвета. Что там хранится, как вы думаете? А вот что. Разные девчачьи штуки, духи. Ну, как же девочка и без парфюма, да? У каждого по два парфюма, у ребят вот у Таси два и у Тимошки два. Вот, всякие тени, представляете, да? Маленькая еще, но девочка же. И вот поэтому вот такая у нее косметичка. Тут у нее помадки детские, ешние, резиночки разные, заколочки. Вот. Кстати, возьму на вооружение пошив. Мне понравилась вот эта форма. Здесь, кстати, забыла показать, есть вот такие вот отсеки. Я только не поняла, зачем вот это. Потому что, ну, наверное, чтобы здесь вот так придерживать. Можно сюда что-то положить. А здесь просто вот такой единый большой карман. Карман. Отсек. Вот это все покупочки на сегодня. Давно вам ничего не показывала и решила вам показать. Тем более в Инстаграме очень многие спрашивали, а там ссылки оставлять можно в сторис? Я могу оставлять ссылки в сторис, но через сутки они пропадают, поэтому вот запишу видео, пусть оно останется. Вот такие вот покупки. Я надеюсь, это видео будет для вас полезным. Поэтому ставьте мне лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока!